Для многих людей станет откровением то, что существует видимая грань перехода с первой стадии алкоголизма на вторую. Она выглядит таким образом, что вы напиваетесь вечером, причем сильно напиваетесь, ложитесь поздно спать, но почему-то просыпаетесь через пару-тройку часов и не можете уснуть. Вы трезвый, вы ворочаетесь, вам плохо, и у вас дурные мысли в голове. Кто-то засыпает, кто-то нет. В любом случае человек поднимается на работу разбитый, идет чистить зубы, и часто многие даже не могут чистить зубы, потому что их рвет от зубной пасты. Их не то чтобы рвет, их скручивает в желудочных спазмах, и через некоторое время такие люди перестают чистить зубы зубной пастой, потому что им плохо. Они пьют кофе, если кто-то пьет кофе, собираются на работу, идут на работу, кое-как досиживают рабочий день, и потом покупают бухло, напиваются, и так продолжается по кругу. Переход на вторую стадию, на стадию запоев, завершается тогда, когда человек просто однажды ночью просыпается и выпивает стакан. Он понимает, что это ему помогает уснуть. И потом однажды он выпивает стакан еще утром, потому что ему легче идти на работу. Часто это случается в праздничные дни, когда человек перестает себя контролировать, и он переходит на грань запоев. И после этого уже тяжело остановиться. Поэтому смотрите за собой. Если вы после выпивки просыпаетесь по ночам и не можете уснуть, то все, вы уже на ступеньке, вам осталось только поднять ногу.